Всем привет! Сегодня мы покажем, что мы приобрели за наш отдых в Анталии. Приобрели достаточно много различных марок. И сейчас моя любимая жена вам это все продемонстрирует, покажет, расскажет. Ну давай, Анечка, начинай. Так, ну что мы купили в Оле? Мы очень любим Пьер Карден и Кошерель. И каждый раз, с каждым приездом приезжаем, мы закупаемся. И сыну, и мужу покупаем. В этот раз мы купили ему такие шорты. Очень интересная, красивая ткань. Покажи ближе. Она в такой рубчик смотрится очень хорошо. Надо, наверное, свет включить, а то Но он темновато. будет все равно темный, цвет искажается. Цвет очень хороший. И я выбрала вот такое поло сюда. Как раз по цвету прямо идеально сочетается. Повыше свет ты снимаешь, чтобы видно. Давай вот так вот покажем. Так, так, это Пьер Карден. Ну и также очень здорово тут шорты джинсовые тоже. Они Джинсовые с шорты. эластаном, они очень комфортные. Попробуй свет включи. Нет, он будет мешать. Он его нет. Света нет. Ну да. Да, тут темное освещение. Давай попробуем тогда открыть. Не надо открывать. Шторы. Все равно Будет поярче. так, по ценам, Вот так то есть вот вот ярче это стало. все примерно, а плюс еще носки, кстати, носки с силиконом на пятке, то есть чтобы они не съезжали, очень удобно. Носки, Пьер-карден. ценника нет, 14 лир, но скидка была 50% на все, то есть получается, ну, грубо говоря, 7,5-8 лир за пару, то есть, ну, 90 А рублей. шорты сколько стоили? И Я не поло. помню, но вот это все примерно тысяч на 6. То есть Ну вот вот примерно такое так. поло Пьер Карден тенниска, Двое две шорт. пары шорт, носков раз, два, три, одну я пару еще ношу, четыре пары носков. То есть примерно сколько ты сказала? На 6 тысяч, да? Так, дальше. Да, в общем, на 6 тысяч Пьер примерно. Карден мы убрали. Пьер Это то, что мы Карден купили убрали. мужу. А еще нам очень нравится у них бренд, это US Polo. У нас в России он есть, он очень дорогой. То есть вот такого плана ветровки они в районе 18 тысяч. US Polo, они очень хорошие, у них хорошая пропитка. То есть они непродуваемые абсолютно, непромокаемые. Вот стоит 549 лир. Ну, 550 лир. Пару лет назад покупали ветровку мне за 100 долларов. У нас она стоила 18. Давай, Причем тогда у покажи нас в за собой. Перми еще этого магазина не было. Я заказывала, смотрела на Валберис, где я обычно делаю покупки. Вот там как раз она была 18 тысяч. Очень такая хорошая парочка, удлиненная. Мужская. Так, и в том числе в US Polo мы купили. Хотели вообще спортивный костюм, но его, к сожалению, толстовки нам не Уже досталось. раскупили. Раскупили, да, вот такой вот спортивный костюм купили. И клевые кроссовки. Они, кстати, очень удобные. Вот US Polo кроссовки мне вообще очень нравятся. Себе я взяла точно такие же. То есть коллекция была женская, мужская. Потом вам позже покажем. Сидят вообще обалденно, что мужские, что женские. Уговаривала мужа купить футболку из этой же коллекции, но ни в какую. Да, Поэтому муж брать не не стали. согласился на футболку. Да, и в том числе муж любит такие тапки. Да, То есть вот каждый такие приезд. тапки я покупаю, мне их хватает примерно на 1-2 сезона. Потом они рвутся у меня, я их изнашиваю, но они очень легкие, удобные, и мне они нравятся, поэтому я их покупаю всегда. Так, ну все, с папой мы закончили. Так, а кстати, эти тапки стоят 150 лир со скидкой 50% Не было. знаю. Или 30% в общем Там не получилось. было От скидки 30 до 30%. 50% Там у была них скидка. была акция на вторую Да, вещь, возможно, да. 50%. Акция на На вторую самую, вещь. естественно, по низкой стоимости. То есть это в среднем где-то 25% скидка на вещи. Ну Дальше. и в том числе можешь снять чемодан. А Покажи чемодан US поло Polo. еще твое. Покажи свое А, поло. мое поло. Понравился очень купальник этой Вот марки. такой красивый. Понравились очень кисти. Да. У меня такого еще не Вот было такая купальника. красота с С кистями. кисточками, да. И к нему идеальный комплект Освещение, шлепок. конечно, не очень. И вот такие шлепки. Да, юспа. Шлепки я точно помню, когда на купальник скидки не было, он где-то в районе 2000, а шлепки 70 лир. Это получается примерно, а со скидкой 50% это 350 рублей.
И также в Поло купили вот такой вот чемодан. Это наш второй чемодан этой да, марки. Уже второй чемодан мы купили половский. Первый нам понравился в эксплуатации. И мы решили купить еще один. Первый мы купили год или два года назад. Нам он да, достался в подарок. Достался в подарок из-за того, что мы там набрали много вещей различных. Но вот эта модель уже более улучшенная, сравнение с тем, что мы покупали год или полтора года назад. Ну, вообще эти чемоданы у нас модель. На сайте в России, они в районе 30 тысяч, я видела. Да. То есть там он 860 лир, то есть примерно 9 тысяч. Минус скидка была по акции, мы покупали. То есть он вышел в районе 7-6,5 тысяч. Вот здесь у него очень карман. Много карманов, удобно. Здесь у него карман. Ну и тут вот такой вот красивый чемоданчик. Так, ну так. А теперь смотрим, что купили Анечке. Так, ну купили мы, зашли вначале. А, это мы все покупали в Молио Фонтане. Угу. А, купили в Томми Хилфиджере вот такую вот футболку. Люблю очень эту марку. Я ее уже несколько раз надевала. Томми Хилфигер. А, вот вышивку покажи, что да, сердечко. И обалденный просто комбинезон. Да, у Томми я очень красивый. Не часто выбираю вещи, мне не часто нравится, но прямо шедевры у него бывают. Я обувь люблю, сумки, в принципе, мне нравятся. Вот этот комбинезон очень красивый, он стильный. Он смотрится очень здорово. Угу. Я как раз планировала что-то классическое, то есть вот он с длинными брюками. Угу. Полоска правильная. Он прям вот очень вытягивает силуэт, да. Скринит и смотрится идеально, да. Даже с сандалиями. Очень хорошо смотрится. Так. И также вот если там две вещи берешь, то скидка была дополнительная, по-моему, 20%. Ну, в общем, очень дешево. Комбинезон с футболкой вышли где-то в районе 7 тысяч, наверное. Угу. Около 6,5. Да, потому что да. У нас такой комбинезон, он в разы дороже. Но у нас в Перми это вышло бы 1000. Ну у нас не было в этой коллекции. Ну свыше больше 20 тысяч однозначно. Ну, однозначно, да. Под 30 тысяч. Также я себе купила US Polo брюки. Спортивные эти брюки на Wildberries брюки. Видела за 7 тысяч. Была вообще поражена просто. Также кроссовки. 160 без скидки. Кроссовки вот из этой же коллекции уже их надевала. Угу. Кроссовки, кстати, идеально, можно стирать в машине, с ними ничего не будет. А верха не подобрала, купила просто вот такую футболку, которая мне просто подходит. Очень понравилась. Она, да, с этими брюками, с кроссовками смотрится подходит. Изумительно. Стильно было, да. Красивая. Она без скидки стоит 170 лир. Она это... и была без скидки, я ее покупала по этому прайсу. Угу. Далее давно хотела бежевые брюки. Первые брюки, которые у меня сели в US Polo. Вообще никогда не садились. Мне не нравилось, как они смотрятся. Эти сели очень хорошо. Они укороченные идут. 250 лир без скидки. Они были без скидки. Тоже без скидки. Да. И вот такую рубашку прям очень мне понравилась. Такая классическая удлиненная рубашка. Очень тонкий хлопок. Идеально с этими брюками сочетается. Ну и с другой моей одеждой, с джинсами. Такая хорошая очень модель. И на работу можно. Летом 300 лир жарко. Без скидки. Вот такая вот красивая рубашка. Ну это вот рубашка. Прям она как бы дороговатая даже вот для да. US Polo, если честно. Ну вот как красивая, она выглядит, хорошо да? сделана. Ткань очень хорошая. Да. Ткань очень приятная на ощупь. А ты ее вот изначально сказала, она не очень хорошая. Но нужный размер сел как надо. Вообще идеально смотрится. А, далее. Смотрела чей-то ролик на ютубе, там тоже покупки US Polo показывали. И девушка показала эту футболку в магазине, я влюбилась в эту футболку. И первым делом, когда мы приехали, я купила ее. Очень вот красивая, яркая. Футболочка. Минус то, что она синтетическая, из полиэстера, но, кстати, в нем не жарко. То есть я ее уже надевала, продувается. Она дышит. Угу. Фламинго очень яркие розовые, да. Хорошие, нежно-розовые. На камере это так не видно. Далее я купила, тоже искала, хотелось мне вот такие вот туфли, или как это босоножки на платформе, очень удобные, у них очень мягкие. Мягкая подошва,
Сама подошва из пены. Ходить хорошо, не натерла. Мы ходили прям несколько километров. То есть даже вот с этим комбинезоном Tommy Hilfiger, US Polo, они вот прям смотрятся идеально. Очень яркие. Вот такие вот босоножки. А, и вчера тоже делали покупки, у меня не хватало немного. А сколько они стоят, ты сказала? Я не помню. Не помню. Но это Деремот. Они что-то были, по-моему, лир 600. А со скидкой получилось за 300, что ли, лир. Но они мне то есть почти 50% практически. И по акции я взяла вот такую себе пижамку. US Polo. Тоже очень хотела. И мне получалось, очень приятная тоже ткань на ощупь, мягкая. Тут вискоза с хлопком, она комфортная. Приятно для тела. Так, ну, в принципе, с US Polo для меня мы закончили. Можешь поставить на стол. Итак, смотрим дальше. Никогда до этого не покупала в Penty. Нижнее белье вообще для меня проблема. Penty.com. Да, я обычно всегда покупала в Бюстье, Виндетту, Круазет, Вердиссимо. На эти марки у меня никогда не было аллергии, то есть все носилось идеально хорошо. Но тут я зашла в Penty, и мне безумно понравилось белье. Мне понравился вот этот нежный бюстгальтер. К нему трусики. Такие. А, у них была акция. Два комплекта берешь, один в подарок. То есть я взяла два одинаковых. Голубой плюс серый. Попа такая в горошек будет прозрачная. И вот этот был в подарок. Держит очень хорошо. Вот такие трусики. Тоже с такой же вышивкой. Смотрится комфортно. И что меня удивило, здесь тоже идет силикон. То есть они не скользят, они очень хорошо держат. И у меня никакой аллергии нет. Обычно, когда я сюда приезжаю, у меня аллергия бывает. Там на купальник, может быть, на обувь, там где-то что-то. А здесь нет. Вот прямо идеально все. И потом скажу по ценам. И плюс я еще купила по акции также трусы, тоже подходящие в принципе по цвету. То есть также было три штуки. Две штуки берешь, одни в подарок. Так, это у меня белье. И еще были по акции носки. Все очень красивые. Мне понравились красивые. Они прозрачные, с вышивкой. Вот они на руке. Видно, что они прозрачные. Да. Смотрится очень хорошо. Penty Woman. Да, они тоже были по акции по 7 лир. По 7,5. Ну вот на осень я себе такие взяла. И все это вместе у меня, то есть вся эта кучка белья, удивительная кучка белья, потому что по таким ценам я покупала только один комплект. Это получается 304 лиры, грубо говоря. Но это прям очень дешево. То есть очень выгодно по таким акциям у них покупать. Стоп. Основное забыла. Купила себе сумку US Polo. Уже тоже покупала. Качество очень нравится. Вот она такая прям стильная. Красивая. Золотая. Вон там у меня вещи лежат. На молнии. Ну, кстати, жирный конверт tax-free с кучей-кучей чеков в аэропорту. Так, будем возвращать процент. Да. 4% должны вернуть. Сумка очень стильная. А дальше покупки. Сейчас покажу то, что я купила родителям. Да и маме. И деду. Так. Я, кстати, носки еще где-то одни пару себе покупала. Маме я купила ветровку US Polo. Очень красивая, очень легкая. Она просила что-то цветное, не темное, светлое. Мне она очень понравилась. А скидка на нее какая была? Скидка 50%. 50%. Да, вот именно на эту серию. То есть это 650 пополам надо делить. А также там же маме такую же футболку купила, потому что мне понравилась. Я знаю, у меня мама любит полоску. Я ей такую же точно футболку взяла. Купила ей где? Какой-то отдел коза, не знаю, как он можно распечатать. Да, вот трое трусов. За сколько они? Можно распечатать. Ну, прям вот они что-то как-то не сильно дорого, 150, что ли, лир. А, нет, какие? 15 лир. 15 лир. Прям, ну, совсем копейки. А потом маме купила, ну, опять же, повторюсь, любит полоску
футболку Вайкики за 30 лир. XXXL, но на самом деле Вайкики футболки маломерят. Да. Она наша, ну, 50, наверное, 48-50, вот я бы ее так бы обозначила, угу. Этот размер. 30 лир это уже конечная цена, да. Еще скидка? Нет, скидки не было. Да. Вайкики понравились носки, тоже взяла маме. А я себе такую пару взяла, потому что по 9 лир. 10 лир, грубо говоря, две пары, красивые нежные расцветки. 5 лир одна пара. За 100 рублей, да, 50 рублей. И деду вот такую футболку в Вайкики за 200 рублей, грубо говоря. 20 лир. Хлопок очень хороший. Вот не знаю насчет размера, прям не уверена, сомневаюсь. Но... думаю, что подойдет. И 202 рубля, вот другая футболка. И очень понравились носки с бамбуком. 21 лира. Носки с бамбуком, очень нежные. Вот потрогай их. Я их специально вот из-за этого взяла, да. Потому что у них премиум серия. Да, 16 лир, то есть три пары бамбуковых носков. Носков из бамбука. Это примерно на 170 рублей. У нас бамбуковые носки одна пара, наверное, 150 лир. Так, ну по родителям все. Значит, что я купила Кириллу? Младшему сыну. Да. Очень. Нашему малышу. Вайкики, вообще люблю Вайкики. Но именно для малышей, для деток. То есть взрослые Вайкики я ничего там никогда ни для себя не видела, ни для детей, ни для мужа. Только маленькому. То есть старшему тоже Вайкики не нравятся. То есть очень такой милый рюкзак с динозаврами. Нам два года и 5 месяцев, и вот нам эта тема то вообще очень нравится сейчас с динозавром. Вот легкий, комфортный, ценник уже убрала, не помню сколько стоит, ну прям как-то нормально так. 4 рублей, может 200 на наши или 300. Угу. Так игрушки в песочницу носить. Ну это шляпа, Кирюша очень любит шляпу. Стильная шляпа, кстати. Он да. Прям вот фанат, он может целый день дома ходить в шляпе. Для Вайкики шляпа стильная. А, да, я же не достала еще один пакет. Вайкики, вся эта куча, смотрим. Угу, смотрим. Так, с собой не привезли для купания шорты. Вот я ему купила с динозавром, очень мне понравилось. Шорты классные. Рисунок не трескается, уже кучу раз стиралась. Да, мне уже купался в них много раз. К этим бассейне, шортам в море, выбрала вот такую майку. Угу. О, классная тоже майка. Пайеточки меняются. Угу. Все очень красиво. Такая тема. Я вначале думала, как с пайетками мальчику, а потом посмотрела, а так здорово, круто смотрится. Очень стильно. Так, у меня было, кстати, две майки. Вторую майку что-то я не вижу. Че? Да. Так. Потом вот такие футболки, также вот машинка со сменными пайетками. Угу. А перегладь по-другому. О, классно. Красно-синяя, ага, машинка. Классно вообще. А, круто. А это все 3-4. У нас ростовка идет ему идеально. Она сейчас, хотя рост у нас где-то, ну 98, в принципе, 3-4. Угу. То есть вот эта футболка вообще влюбилась в нее. Мне очень нравится. Также меняется. Они белые. Вообще здорово. Да, красиво смотрится. Угу. Кирюшику идут эти цвета. Особенно понравилась эта футболка с собакой. Угу. Она очень яркая, уже мы ее носили, стирала. Что мне нравится в Вайкики, не представляете, поставили пятна от шелковицы, которые практически не отстирываются. На этой футболке я ее отстирала. Также пайетки поворотные идут. Угу. Так, потом я ему купила два комплекта трусов одинаковых. Угу. Да, повыше, повыше. 8 штук трусов получается. Ну тут я 4 показываю. Угу. За 300 рублей, грубо говоря. Угу. Далее вот еще вот этот комплект. Очень красивые шортики. Повыше куда? Шортики взяла с запасом на следующее лето. У нас сейчас очень много одежды. Ну, либо когда пойдет в сад. Но сейчас одела, подтянула ему резинку. Они на нем сейчас, с рубашкой смотрятся очень здорово. То есть можно и носить сейчас, и мы их надевали уже. А дальше, это тоже купила для детского сада на 4-5 лет. Это повыше клади. На вырост. Это не видно. Вот такие шорты, вот такие футболки. О, тут также пайетки меняются. Угу, здорово. Ну и здорово, когда они вот так вот поменялись. Угу, здорово. То есть тоже красиво. Кстати, футболки все. Ну, до 300 рублей, то есть 270 рублей.
Еще смотрела в H&M аналогичные футболки, мне понравились там с акулой, да с кем, но они уже были на наши где-то 650 рублей. А тут, ну вот, 200 рублей с акулой, пожалуйста. Это тоже на вырост. Да, классные, так. Стильные футболки. Вот это мне футболка понравилась, это уже все у нас на вырост. Ок, вечеринка. И, кстати, у них быстро очень разобрали, там с размерами большие проблемы. На вырост опять же ему взяла на 4-5 лет, но по плечам это как 3-4, разница только в длине была. Она ему хорошо. Вот такую рубашку. Дополнительные спортивные штаны, хотя у нас их очень много, но мне просто рисунок очень понравился. Цвет плохо пахнет. Не очень хорошо все видно. Я думаю, что потом видно будет хорошо. Это нам сейчас кажется, что плохо. И вот сейчас ему ходить вот такую футболку на распродаже в Айкике за 200 рублей, грубо говоря. Вот с таким монстриком. Носки с попкорном. Хотел старше, но у нас старшего не было. Купил маленькому за 6 лир. Комплект носков за 17 лир. Очень красивые, с хорошей резинкой. Я до этого брала с очень узкой резинкой. Мы не смогли, у нас пухлые ножки. Давай, а здесь повыше, прям повыше. Хорошая резиночка. Покажи. Вот такие носки. Так, и 17 лир. Майки по 2 штуки. Простые, хорошие, хлопковые белые майки. 2 штучки за 22 лиры. То есть, грубо говоря, одна майка 100 рублей. Хлопок очень нежный. Вот так вот. Две маечки. Ну и рядом с нашим отелем проходит базар Рамазан. Каждый вечер у них еда, напитки, шмотки. И мы с папой ходили вечером и за 10 лир купили дома ходить вот такую футболку. Да, вот 10 лир 100 рублей. Вот такая футболка. И вот такую футболку. И это 100 рублей. Ну вот для дома вообще не жалко. Да. А в Айкике хоть и дешевая, почему-то жалко, потому что красивая. А дальше, что мы купили еще Кирюшику? Поразилась цене и, в принципе, вижу, что хорошие щетки. Если я не ошибаюсь, лиры 75. Около 2 лир вот такие зубные щетки, еще и с чехольчиком. То есть вообще очень удобные. Это в магазине. Продуктовом. Это в магазине, по-моему, А101. А101, да. В А101. По лире ты говорила. А, значит, по лире, я могла забыть. По лире щетки, по лире купили. То есть это каждая щетка 11 рублей. Да, щетки мне очень понравились. А, и самое главное, что я никогда раньше не покупала, я никогда не привозила крема из Турции. Ну, всякие деливы я покупала, мне не нравились. Я вообще люблю на самом деле крема для рук Нейтроджина. И тут я ее увидела. То есть тут есть крема для тела Нейтроджина, вот в таких больших банках. А... Рассказывай. Для рук. Это вот я купила по 16 лир на распродаже. А вчера мы заходим в Migros Jet. И вот это Нейтроджина, который мой любимый крем для рук. Он меня спасает зимой всегда. Всегда кожа с ним нежная. Вообще по 10 лир. У нас такой то крем вот стоит... по 10 лир, да? Да, по акции. Так-то он у них 222 лиры. То есть это, ну, 230 рублей, как у нас. У нас он где-то 270-250. Но крем вот реально хороший. И вот такие большие баночки купила себе для тела. То есть у нас такие тоже, я никогда не видела нигде такую Нейтроджину в таких банках. Да, это, по-моему, шведская косметика, норвежская формула. Норвежская. Вот они прям хорошие очень. Потом очень мне понравился дезодорант, я забыла. Rexona Cotton Dry. У нас такого нет. Я его купила также на распродаже по 10 лир. Взяла прям вот 3 штуки и мужу купили черную маску для лица, которая маска пленка очищает от всяких с витамином Е. Да. Вот по косметике все. Давай. Давай. Ну и вот огромный пакет, то что мы купили старшему сыну. Опять же, очень мне понравились василькового цвета брюки Кошарель. Тоже они в рубчик, кстати, материал такой же, как на твоих серых шортах. Вот значок. Кошарель. И кармашки сзади. Вон написано. Очень хорошие хлопковые фирменный брюки. Магазин Кошарель Пьер Карден. Это один магазин. Так,
Там мы больше вроде ничего не покупали. А, ну носки взяли, это вот те же какие самые. Какие же носки? Носки. Старшему сыну, как и у меня, следы, да. Носки, следики. Да. Потом... Рубашка была? Ой, да. Рубашка это отдельная тема, это прямо вот ему надо всегда. Всегда мало рубашек. Вот это нам очень понравилось. Хорошая классическая рубашка и в школу, да. И на праздник можно надеть. Пола. Любит очень синий цвет, да. US Polo со скидкой ее купили за 149 лир. То рубашка красивая и ткань приятная на ощупь. Угу. Дальше. Уже носил, но покажу. Красивые, хорошие шорты. Не помню, сколько стоят. Также в US Polo. Polo. Тут купили, и он уже тут в Турции их одевал. Уже ходили мы тут с ним, гуляли. Угу. Так, шорты убираем. А, в H&M. Сказала ему, смотрим только распродажу. А он ничего не видит. Я вот прямо, когда в магазин захожу, я ну, практически сразу вижу вещи, какие мне нравятся. То есть я очень долго-то не хожу. Я могу долго мерить, выбирать из двух, там, к примеру. Но именно саму такая вещь вот я вижу. Сильная футболка очень, да, и шорты. И шорты мы решили взять точно такие же. Получается такая прям пижамка, но смотрится очень круто. Смотрится красиво, да. Да, он стильно. Такой очень яркий. Не смотрится именно пижамой, а смотрится именно футболка и шорты. Здесь вот я вам покажу такой знак. Носков. Горит от Ромады. Вайкики. Вот, ну, я не помню, но, наверное, так же, ну, три разные пары. Носки. Также, Вайкики. Наверное, лир, может, 16 за комплект. Угу. Угу. Оп. Футболка белая простая. Тоже уже надевал. Коллинз. А, ну, по-моему, рублей 400. Вот хорошо такая... смотрится, наверное, прям идет. Ну, белое на белом, конечно, не очень хорошо выглядит. И, Давай, он прям выпросил. Огромная толстовка, как он сказал, оверсайз. С Дэвидом Боуи. Ну, как не купить, да, если сыну он надо. У нас он редко музыкант, просит одежду. В принципе, окончил музыкальную школу очень хорошо. 7 лет. Полностью. Полное образование у него. 7-летнее. По классу фортепиано, а также еще учит гитару и вокал. Ну, еще могу показать его вещи, которые мы купили. А, вот новые трусы очень понравились, они ему яркие, прям все в цветах. Ну, еще три пары. Как шорты. Да, трусы, шорты. Но он их не хочет показывать, дети разрешил. А потом он выбрал вот такие вот плакаты стильные. Да. Понравились ему. Захотелось прям по 10 лир плакаты. Захотел купить вот такие вот плакатики. А купил какую-то турецкую книгу. И ему подарили в книжном магазине вот такие ежедневники. Два ежедневничка. Не ежедневника, а блокнотика. Ну, это со стихами. Наверное, и купили еще, тоже нам понравилось. Одну берешь, вторая в подарок. Детские книжки, чтобы у нас ну, сын учит турецкий. Старший чтобы он учит турецкий. Младшему читал, переводил. Еще какая-то книжка с ежами. На турецком языке. Так, все. А, и самое главное, это то, какие мы препараты здесь купили. Медицинские. Да, то есть все знакомые, кто едет, говорят, что ну, турецкие лекарства, они считаются одними из лучших. Их не подделают, у них уголовный срок за это. В общем, сыну, который год с 4 месяцев, даем мы сироп Корокс от кашля. Первый раз в Турцию, когда поехали, нам порекомендовали идеально. Никакой аллергии ничего не вызывает. В этот раз мы ходили в Марк Анталию. Не надо это делать, мне так неудобно, я запутываюсь. И была девушка-фармацевт с Украины. И она нам рассказала, что Корокс хороший, но есть лучше. Вот этот сироп, он подороже. У него больше ингредиентов. Типа попробуйте его. Взяли один на пробу такой. Два Корокса. Пидифен, это как наш Нурофен. Только ну, не вызывает аллергии. Работает отлично. Взрослый Нурофен. Попробуем. Но я выпила, мне понравилось. Я почувствовала. И какой-то новый микрофорта. Это какой-то суперспрей. Ну, вот прям как от всего говорят. От простуды. Брызгаешь горло, если болит горло. Брызгаешь горло, если аллергический ринит. То есть, прям вот ну, при любом заболевании там полости рта там, или еще чего-то, брызгаешь его. И классный крем от аллергии Стилекс с приятным очень запахом. Мне он очень понравился.
прям моментально. Укусы насекомых, зуд прекращается. Все. Так, что мы купили из продуктов? Продукты у них очень хорошие, качественные, нам очень нравятся. Мне очень нравится вот эта вот фирма Канвы, если я правильно читаю. Ну, это крем для кофе. Кахвы. Кахвы, да? Или ну, Кахвы. А, да, Кахвы, да. Почему Канвы прочитала? В общем, крем для кофе, ну, типа сливок искусственных. Пониже дышит. Сухих, вернее. У них очень вкусные орешки. Дрожже с изюмом. Кстати, тут где-то с изюмом еще. Я положил, положил, убрал. Да? С изюмом набрали. То есть одна упаковка где-то примерно 22 лиры, да? Я тебе покажу. Вот они с изюмом. Изюм и дрожже. Вкусный, да. Шоколад очень хороший. Так, чуть ли не бельгийский шоколад. Ты его ешь прям приятно. Это... Фисташки. Фисташки? Шоколад. Фисташки в темном шоколаде и фисташки в молочном шоколаде. Ну, это взяли на пробу. Бонта. Это просто как попкорн какой-то в шоколаде. А это, да, невкусная там, ерунда. Так себе. Не понравилось мне. Потом очень нам понравилось Дарданелла там. Тунец. Это тунец. Фирма Дарданелл делают прямо на корабле. Ловят тунца и там же на корабле прямо все упаковывают уже, консервируют. Очень вкусный, в масле. Тунец две в масле. Банки покупали в соседнем маркете рядом с отелем за 29 лир. Или одну за 27. Съели, да. Очень и потом поехали в Мигрос 5М и набрали несколько упаковок в оливковом масле уже. 8 уже банок взяли в оливковом масле. Была супер какая-то акция за 22 лиры. Mm-hmm. Прям очень выгодно. Yeah. Вот. Потом очень купили вкусно. В Мигрос Джете маслины. Uh-huh. Вроде как вяленые, муж говорит. Но у них они не сухие. Я думаю, что очень вкусно будет. Тоже, по-моему, 22 лиры. На базаре, как раз вот на ярмарке рядом с нами, купили 5-литровую канистру оливкового масла. Каждый раз везем из Турции, экстра нам очень нравится. Да, очень хорошее качество, оно ярко-зеленого цвета, прям натуральная травка. Из российских, не из российских, вернее, из оливковых масел, которые у нас продаются, мне нравится только Эсти. Ну, у нас в Перми. То есть это... Не помню, то ли итальянское, то ли испанское масло, но вот оно было вкусное. Но вот это вот прям вкуснее. Очень достойно. Турецкое масло оливковое очень вкусное. И первый раз нам повезло, и мы купили за 70 лир. Пятилитровую канистру, это просто супер цена. Срок годности до 30 сентября 2020 года. Мы его быстро сидим. А мы его сидим до конца лета, скорее всего, уже сидим. А потом каждый раз, когда ездим, привозим вот такой... Он, кстати, без надписи. Пекинес из шелковицы. Очень вкусный, очень полезный. Он концентрированный. В общем, мы 4 холодный. Такие бутылки купили. Холодного отжима, как оливковое масло. То есть густой такой, очень густой. Вот видно или нет? Видно, думаю. Очень густой такой выжим сока. Отжим сока. Шелковицы, тутовника. Здесь это называется... Карадут. Да, карадут. Потом... И главное брать его именно холодного способа приготовления. И тогда он сохраняет вкуснее... все свои ценные качества и гораздо вкуснее, чем тот, который вареный. И он вкуснее именно у местных. Когда да, мы брали в магазине, он был невкусный. А вот азур раз... это холодный отжим. Да. Кизиловый сироп увидели. Тоже взяли, очень нам понравился. Первый раз увидели кизиловый. Такой же он густой очень. Тоже холодного способа приготовления и тоже очень энергетический, очень полезный. И взяли гранатовый, холодного отжима, он отличается от обычного, это как, ну, обычно гранатовый, это как наш шарап у них везде, да. А это другой, этот прям вот с перегородками гранатовыми. Другой. Здесь полностью все выжимается, весь плод. Кожура, перегородки, сами косточки, семечки. Есть все специфическая полностью. И горчинка. Вкус чувствуется. Да, очень классно, гораздо вкусный. Вкуснее и лучше, да. Чем обычный вот такой. Ну и сироп. Мужики у нас взяли последнюю бутылку его. Колбасу. И взяли вот суджук. Суджук, который посоветовали, сказали, что прям очень хороший. Суджук. Но я не любитель. Из говядины. Его сырым есть нельзя, турецкий суджук. Его надо жарить, поджаривать. Режешь так. На ломтики и поджариваешь. Ну, в общем-то, все, да? Весь обзор, да. Ну и давайте я вам в конце покажу, какие все-таки прекрасные здесь виды.
Как здесь здорово, ребята. Отсюда просто не хочется улетать, уезжать. Посмотрите, какие горы. Этими горами можно любоваться вечно. Это просто сказочный вид. Ну, на этом со всеми прощаюсь. Всем всего хорошего. Спасибо, что смотрите видео. Лайкайте. Спасибо за лайки, кто будет лайкать. Спасибо за комментарии. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Всем ответим. И подписывайтесь на мой канал. Будем публиковать новые видео, снимать для вас. И все-таки я думаю провести некую лотерею, викторину. Викторину-лотерею с розыгрышем денежного приза в долларах. Когда наберется 1100 подписчиков, я проведу викторину на 100 долларов. Итак, чем быстрее вы подпишетесь на меня, чем быстрее наберется 1100 подписчиков, я сразу же провожу викторину на 100 долларов. Задаю вопрос, кто первый отвечает, тот получает 100 долларов. Для этого вам всего лишь надо подписаться на мой канал. Всем пока, всем удачи и благ.